стреляли по горячим следам. Оставил пострадавшую в яме, присыпав бытовым мусором, и скрылся. Стали известны подробности страшного убийства 19-летней студентки. В дверь без тормозов, разбой на заправке в духе зарубежных блокбастеров. За спайс тюрьма вместо реабилитации. Сколько лет за решеткой проведут продавцы-наркоманы? Эфир телеканала «Кубань-24» продолжают факты происшествия о самых громких криминальных событиях, чрезвычайных ситуациях и о тех, кто не в ладах с законом. Ближайшие 10 минут с вами Марина Сенникова. Здравствуйте. Следственный комитет начал проверку по факту смерти экс-начальника полиции Краснодара. Напомню, полковник Александр Карпенко застрелился в сарае собственного домовладения. Пока основной версией суицида остается семейная ссора. Супруга погибшего рассказала правоохранителям, что накануне трагедии они повздорили. Однако не исключено, что на случившееся повлияли также проблемы на работе. В сентябре Александр Карпенко был отстранен от должности начальника отдела МВД по Западному округу Краснодара в связи с реорганизацией. А в ближайшее время в отношении него ожидалась служебная проверка. Об этом сообщает российская газета. Обстоятельства произошедшего выясняются. Правоохранительные органы пока это дело официально не комментируют. Задержан подозреваемый в жестоком убийстве 19-летней студентки в Краснодаре. Это 28-летний разнорабочий, который приехал на заработки из Гулькевичей. Напомню, Елена Лысенко пропала 20 октября. Родители забили тревогу, когда девушка не вернулась домой после встречи с молодым человеком. Последний раз Елену видели в центре Краснодара, когда она собиралась домой и села в троллейбус. Однако это было около половины 11 вечера. Ее искали несколько дней. Родители, полицейские и друзья, волонтеры поискового отряда расклеивали листовки и прочесывали места, где могла проходить девушка. Тело Елены обнаружили лишь спустя 4 дня. Возле гаражей на пересечении улиц Ялтинской и Уральской, недалеко от ее дома. Как сообщают в следственном управлении, предполагаемого убийцу задержали по горячим следам. В ночь на 20 октября молодой человек увидел на улице проходившую мимо девушку, попросил у нее позвонить по телефону, на что она ему отказала. Впоследствии мужчина проследовал за ней и, находясь сзади, ударил по голове, отчего она потеряла сознание, после чего переместил ее в гаражи, где изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера. В результате полученных повреждений девушка скончалась. Преступник не погнушался и забрал сотовые деньги своей жертвы. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Мужчина уже признался в содеянном, поэтому делу назначили ряд медэкспертиз. Школьник из Ейска предстанет перед судом за поджог своего друга. Напомню, на крещение в поселке Широчанка трое подростков вместо колядок затеяли опасную игру. Сначала они просто обматывались туалетной бумагой и пугали прохожих. Однако вскоре один из ребят распылил газ из баллончика на спину и лицо своего приятеля и поднес зажигалку. Огонь вспыхнул моментально. За несколько минут пламя нанесло тяжелые увечья 14-летнему мальчику. Пострадали не только его тело, голова, но и дыхательные пути. Товарищи пострадавшего догадались вызвать скорую помощь. Подростка экстренно доставили в краевой ожоговый центр. Сейчас пострадавший чувствует себя лучше. Однако до полного восстановления ему требуется еще не одно хирургическое вмешательство. А для поджигателя игра с огнем может обернуться 8 годами лишения свободы. Протаранили автозаправку на угнанном авто и украли деньги. Дерзкое разбойное нападение на АЗС совершено в Новороссийске в сентябре этого года. Сегодня всем троим налетчикам предъявлено обвинение. Трое мужчин в возрасте от 17 до 21 года, вооружившись пневматическими пистолетами, надели маски и угнали автомобиль. Причем глаз положили не на иномарку, а на отечественную копейку. На ней злоумышленники с разгону влетели в дверь АЗС. Испуганный оператор под дулом пистолета выдал грабителям все деньги из кассы – 68 тысяч рублей. Преступники скрылись, бросив машину на месте происшествия. Сейчас все трое находятся под стражей. Им грозит до 7 лет лишения свободы.
20 лет в колонии строгого режима проведут торговцы спайсом. Такой приговор вынес Крыловской районный суд. На скамье подсудимых оказались двое участников преступной группы, которые распространяли синтетические наркотики. Оба жители станицы Крыловской. Они сами были наркоманами, поэтому прибыль тратили на приобретение очередной дозы. Организатор, 26-летний молодой человек, координировал подельника и контролировал поступление денег. Его товарищ отвечал за поиск клиентов и передавал товар. Как только сообщники получали деньги за товар, сообщали клиентам, где можно забрать наркотик. Отдавали наркотическое зелье друг в руки, иногда передавали при помощи тайниковых закладок. При этом наркодельцы действовали довольно осторожно, часто меняли телефонные номера, общались только с проверенными людьми. Наркополицейские задержали подельников практически одновременно. В общей сложности у них было изъято около 10 доз синтетического наркотика. Молодые люди старались не хранить у себя запрещенный товар. Организатор наркобизнеса проведет за решеткой 11 лет, а его подельник 10,5. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима. За криминальный поход в аптеку 8 лет лишения свободы. Такой приговор вынес краевой Краснодарский суд 25-летнему жителю Красноармейского района. Евгений Кучеренко держал в страхе станичных фармацевтов с января этого года. Не за микстурами и пилюлями он врывался в аптеку. Его интересовала дневная выручка. Дождавшись, пока будут отсутствовать посетители, он зашел в помещение аптеки, где, угрожая физической расправой фармацевту, связал ее электрошнуром, после чего прошел в служебное помещение, открыл кассу и забрал всю дневную выручку в размере 287 тысяч рублей. Его второй налет оказался последним. 500 000 рублей так и остались лежать в кассе аптеки Славянска на Кубани благодаря быстрой реакции сотрудников охранного предприятия. Свои лучшие годы налетчик проведет за решеткой. Приговор вступил в законную силу. Это все криминальные новости на сегодня. Вы можете быть соавторами нашей программы, если вдруг стали свидетелем происшествия или жертвой обмана, звоните к нам в редакцию или присылайте письма на наш электронный адрес. Главное, не становитесь героями нашей программы. Я с вами прощаюсь. До встречи.